Проделав стремительный марш из Реймса на грузовиках, наша 101-я воздушно-десантная дивизия вчера вечером добралась до Бастони и начала окапываться, получив приказ любой ценой оборонять город. Настроение у парней самое мрачное, но все готовы исполнить свой долг до конца. Ходят слухи, что на нас идет немецкая танковая лавина, остановить которую невозможно. Но саперы работали всю ночь, и теперь мы чувствуем себя немного спокойнее. Кое-кто пишет письма домой. Вот и я сел черкнуть пару строчек в ожидании боя. Чтобы сдержать немецкий натиск в Арденнах, в Бастонь была срочно переброшена американская 101-я воздушно-десантная дивизия. В город еще не успели втянуться ее тыловые колонны, как мышеловка зашла. Немецкие танки обошли Бастонь с севера и юга, соединившись на ее западных окраинах. Я вижу, Коша готова платить любую цену. Сделайте кто-нибудь фотографию. Пошлю своей невесте Вайдаха. Брайан, пусть знает, что мы тут не коктейли пьем. Заткните пасть этой пули, пока она не закопала нас всем! We'll do that! Нам их не удержать! На то похоже. Но пока мы живы, у нас еще есть надежда. Let's go!
лобби! За нами! Занимайте позицию возле пушек, в конце улицы! Yes, sir. Perfectly done. Yes, sir. Got it, sir. Fire. Aim is yes, sir. Got it, sir. No, got it, sir. Yes, sir. Отступает. Без своих танков они ни на что не способны. Боеприпасов и медикаментов. Плохо только, что он упал прямо перед немецкими позициями. И теперь боши сожрут мои любимые бобы с копченым угрем. Ну уж нет. Мой копченый угорь бошам не достанется. Держите автоматы крепче. Постараемся помочь пилотам. Если они, конечно, еще живы. Yes, sir!
Got it, sir! Zielt auf die Infanterie! Yes, sir! We'll do that! Shoot on my signal! Shoot on my signal! In progress! Yes, sir! Aim is in the reap zone! For the king! Спасибо, ребята. У меня сегодня вроде как день рождения. В следующий раз, когда будешь падать, падай, пожалуйста, поближе. А теперь мне хорошо бы оказаться в штабе вашего полка. У меня важная информация для командира. Авангарды 4-й танковой смогли прорваться через немецкие позиции. Да, да, это здорово. Но все-таки давай поскорее в штаб. По-моему, нам с этой колонной по пути. Got it, sir! Yes, sir! Got it, sir! Yes, sir! Got it, sir! Yes, sir! Yes, sir! Сержант Никсон, вот мои документы. Мы из 4-й бронетанковой дивизии. У вас здесь, я смотрю, жарковато. Документы в порядке. Пройдемте. Погодите, сержант! Знакомый у вас акцент. Вы, случайно, не из Миннесоты? Так точно. Оттуда. Из Остина. Остин? Так это же рукой подать до Тумбстоуна. У меня там мать живет. Да, Тумбстоун.
до того, как началась вся эта заваруха. Рад встрече с земляком, сержант! Только вот незадача. Тумб-стоп, варитокер! Солдаты, взять! Сейчас мы выясним, что это за них. Это немецкие шпионы! Атакуем их! Такого даже не знаю, кому верить. Галлахер, а ты часом не переодетый шпион? Я помню, как ты хотел... Артиллеристы едут. Возможно, у них есть какие-нибудь новости. Нам удалось прорваться через немецкие позиции, но боши наступают нам на пятки. Держитесь, солдаты! Основные силы уже на подходе! Гитлер мобилизовал даже швейцарцев. Да Швейцария вроде... Ну, значит, шведов. Парни, первый натиск выдержали.
Снова лезут. Дьявольщина! Тысяча дьяволов! Разрази их гром! Perfectly done! Get rid- Low! Don't wanna die! Who does that say for? Бомбят! Fire! Нет, это бьет гаубица! Откуда-то из-за домов! Подберемся к ней и забросаем ее гранатами! Самоходка уничтожена! Отходим назад! Снова лес! Всяких уродов снова на ужина поставим! Дожить бы до этого ужина, Крис! Shoot on my signal! Go!
Отличная возможность поквитаться. Вперед за танками! Кто бы мог подумать, что ганцы еще способны атаковать? Мы-то уже не сомневались, что загнали зверя в логово, и весь вопрос лишь в том, когда именно мы его добьем. Но разрази меня гром! Натиск этих дьяволов был отчаянным, и все мы держались на пределе. Какое счастье, что такие породы в этом бастоне досаждают ганцам еще больше, чем нам.